Дверь закрыл. Кто не понял, куда отъезжал, я в магазин уехал. Да, вы скажете, то, что тут магазин рядом. Но это был ларек, а я вот в тот ехал. Видите его уже сами. Кстати, у меня маленький есть вопрос. А туда вот можно попасть? Сейчас попробуем все возможные варианты. Кстати, вот видите, там где точка, там щель, я бак нашел только что. Перед вами прямо таки. Что делать буду, я даже и не знаю. Бочка с водой, шины. Опять шина. И опять бочки. Уже без воды. Совершенно другие. Электрощиток. Так, стоп, а где эта бочка была? То сейчас попробую. Так. Так, пробую. Насколько вкусная. Ой, мягко. О, можно тут сныкаться от полиции. Сейчас мус. Так, стоп. В дом зайду. Так, спасибо за яблоко. Короче, мне там яблоко дали. Хотя оно прошлогоднее. Сейчас выброшу. Ой, не туда бросил. Стой. Сейчас выброшу. Так, выбросил. Коробки, они меня не интересуют. Опять мусорка. Контейнер. Я должен идти. Короче, ладно. Что машина подождет. Хотя, разумеется, она никогда не приедет. Солнца нету. Тем более под конец лета какое солнце. Хотя сегодня у меня солнце на дворе. Иду что ли? Схожу по... А деньги? Ладно, сейчас дверь закрою, главное. Закрыл. Все хорошо, бандиты не придут. Ну что делать? Дым от моей машины. Точно, сейчас ключ надо найти. Это машины. И он у него, как всегда. Ну что? Не знаю, что я скоро этому соседу сделаю.
точно же сейчас яблочек могу найти и поесть. О, странно, я же яблоко это выбрасывал. Так, дальше яблоко какое-то другое рядом с мусоркой. Уже два яблочка. А, точно, как раз таки мясо сейчас поим. Вкусно, в принципе. Это кусок тоже вкусный. Немножко попробую этого. Сейчас это. Яблочки тоже вкусные, в принципе. К этим уже заходить я не собираюсь, как бы. Яблок 70. Привет. Хай! Точно, ты же японский этот продавец. Так, яблочки. 95 яблочек. Полезно. Вот скажите, вот эти вот что за значки? Ладно. Он типа значки продает. Это очень странно. Не знаю, к соседу заходить или нет. Я же не буду. Точно, тогда сейчас в магазин зайду. Так, открываю двери. Открыл, сейчас зайду. Так. Короче. Так, сейчас у тебя что-то куплю. А, я забыла то, что у меня денег почти нет. Короче, я в магазин зашел, и там сказали акции на новую квартиру. Я там первым был. Короче, я купил вот этот маленький домик. А что, полезно? Газета. Сейчас ящик открою. Точно, я забыл то, что это чужой. Сейчас к своему подойду, там открою свой ящик. Открываю. О! Сейчас выложу, вот. Газетка. Почитаем. Загадочные поля на кругах. Чего-чего? Какие поля на кругах? Может, это что? Эвакуация, что ли? Ну ладно. Пойду, что ли, к себе в квартирку посплю. Точно сейчас еще табличку повешу. Типа, продается. Так, наклеил. Продается, там написано. Вы этого не видите. Пойду посплю.